не очень он шустрый. Да. Так-то. Но все равно нормально, я считаю. А? Погода классная. Да, такое бывает редко, зимой тем более. До острова на Стрежень. Босс, обязательно надо плюнуть людям на голову. Хорош кататься! Типа поехали заходить по новой, за веревочкой.
значит, гонял. А? Хорошо, да. Последнюю шлюпку разобьете, ядрен матрена, блин. Да. А если шторм? Или хотя бы 3 балла волна? А этот фалс просто кидали сверху вниз, а то вот просто погода хорошая, и потом слились. Просто бывает, два говорит, вот. Там проверили, нормально все зацепилось, опять. Да все окей. Тросик, тросик, помни вот этот, который перепутался, расцепите его, расцепите. Еще один фал срочно, давайте, блин! Во-первых, надо было подходить сразу и удерживать бодну. Не, ну Олег торопился, поднимал. Надо бы тем кончик здесь. Походу, не идеально. Не, ну зыб, посмотри, все равно где-то идешь. Да, ну и как раз вот пошло время сначала. Натягивай назад и ставим. Не, второй фал. Возможно, тем более он быстро стал поднимать.